произведенную от одного из пользующихся наибольшим доверием имен в сфере криптовалюты. То, что когда-то называлось VCHA, теперь называется ECH. Реализуя видение легендарного Мильтона Фридмана, ECH выводит финансовую свободу на невиданный ранний уровень. Добро пожаловать в новое поколение криптовалютных инвестиций. ECH открывает дверь к ранее недостижимым возможностям, объединив основную технологию, лежащую в основе успеха биткоина. Ту же фиксированную поставку, график сокращения вдвое и блок генезиса с последним консенсусом Proof of Stake и управлением протоколом. ECH является продолжением проекта Bitcoin Catch и продолжает развиваться командой Bitcoin ABC, которую его запустила еще в 2017 году, говорят разработчики. О курсе и статистике этой криптовалюты вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете, курсы криптовалюты нестабильны, поэтому говорить об их цене в долгосрочной перспективе глупо. Так что сами проверяйте и узнавайте о мире. Avalanche — это революционный алгоритм консенсуса, который обеспечивает мгновенные транзакции, повышенную безопасность и обновление без разветвления. Другие конкуренты биткоинов, например, Bitcoin Cash, потеряли значительную ценность из-за спорных и, казалось бы, бесконечных форков. С ECH также просто отправить деньги, как посылать электронные письма, утверждает команда проекта. Недавние разработки в области криптографии также доказали ценность стейкинга, поскольку основное внимание ECH уделяется созданию максимально возможных денег. Каждое технически осуществимое решение находится на столе. Стейкинг в Avalanche станет возможной частью управления ECH и стимулирования пользователей. ECH поддерживает токены, которые каждый может создавать и торговать. Мгновенно создайте свой собственный токен с вашим собственным именем, поставкой, 10 знаками и значком, все по низкой цене, высокой скорости одной транзакции. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговать, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которую хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. В интернете конфиденциальность — единственный способ защитить вашу личную свободу. ECH создан ранними разработчиками биткоинов, которые работали над решением проблемы интернета и финансовой конфиденциальности задолго до официального документа Сатоши. К сожалению, аналитика данных и технологии отслеживания продвинулись вперед, в то время как технология конфиденциальности биткоинов осталась на прежнем уровне. Конфиденциальность — основа надежных денег. Вот почему ECH поддерживает протокол CashFusion. CashFusion предлагает анонимность, сравнимую с лучшими монетами конфиденциальности при сохранении контролируемого лимита поставок. Его можно выключить или выключить в любое время в Electrum ABC. ECH — это переименованная версия Bitcoin Cash ABC, которая сама является форком Bitcoin и Bitcoin Cash. Она называет себя криптовалютой, предназначенной для использования в качестве электронных денег. ECH строго нацелен на то, чтобы быть средством транзакций, используемым для оплаты товаров и услуг. 1 июля 2021 года монета была переименована, и с тех пор она пытается отличиться от своего предшественника. В отличие от сети Bitcoin Cash ABC, которая защищена с помощью механизма консенсуса Proof of Work, разработчики ECH используют Proof of Stake для ускорения транзакций. То, что они называют Avalanche Post Consensus, будет иметь повышенную безопасность и обновление без форков, а также позволит использовать расширенные коды операции благодаря расширенным возможностям сценариев. Уровень Avalanche будет добавлен в поверх существующего ПО, чтобы использовать преимущества обоих. Ребята, опять напоминаю, если хотите начать торговлю, тогда вам советую Gate.io. Я вам уже рассказывал
почему я так думаю. А также вы можете получить 20% скидку на торгкомиссии. Но не забудьте одно, ваши средства только в ваших руках. Будьте предельно осторожны, иначе потеряете все свои средства. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Россиксона. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы сможете прочитать новости криптомира. Ссылка находится в описании, переходите, подпишитесь.